Всем привет! Вы на канале Сад Света Светланы. Сегодняшнее видео мы снимаем в саду, но оно не совсем о саде. Сегодняшнее видео о том, как правильно пользоваться информацией на нашем канале. Но прежде чем говорить по теме, хочу поблагодарить всех наших зрителей, наших подписчиков за вопросы, которые вы задаете, за комментарии, которые пишете под нашими видео, за теплые пожелания и добрые слова, которые вы отсылаете нам. Благодарим вас всех за все. И еще одно, за то, что терпеливо смотрите порой наши длинные видео. Ну, стараемся делать более подробно длинные видео, для того, чтобы новичкам было все понятно. После просмотра видео вы задаете вопросы в комментариях под этим видео. Все ваши комментарии мы стараемся читать максимально. На все ваши вопросы я стараюсь в комментариях дать ответы. Количество наших подписчиков, спасибо вам большое, постоянно растет. И чисто физически я не всегда имею возможность отвечать на повторяющиеся вопросы. Поэтому моя просьба такая. Прежде чем задавать вопрос под интересующим вас видео, просмотрите, пожалуйста, пролистайте все комментарии. Возможно, на ваш вопрос я уже давала ответ в комментариях. А теперь я вам покажу, как пользоваться информацией на нашем канале на телефоне. Уверена, что многие смотрят, именно пользуясь телефоном. Это удобно. Ну, а те, которые работают с компьютером, думаю, что они более осведомлены обо всем об этом. Смотрите вы видео на нашем канале. Возможно, по ходу видео я о чем-то рассказываю, и вас заинтересовала эта тема. И вам хочется более расширенный рассказ. Возможно, о хвойных или о чем-то другом, что было в этом видео. Как нужно найти информацию. Останавливаем видео и переходим на канал. Вот смотрите, вот здесь моя аватарка стоит и название канала «Сад». Нажимаем сюда, и сразу нас переносят на канал. Вот здесь, смотрите, есть главное, есть видео, плейлисты и так далее. Сначала мы можем нажать на значок «Видео». Все видео, которые есть на канале, будут в очередности, вот смотрите, все-все-все. Вы можете пролистать все эти видео и найти информацию. Либо о суперукрытии гортензии, либо о хвойных, либо рецепт шашлыка найти. Ну, в общем, разные-разные-разные. Видео на канале очень много на разнообразные темы. Возможно, вам будет так удобно найти информацию и найти то видео, которое вас заинтересует. Либо вы можете нажать на плейлисты. Здесь видео по блокам собраны на одинаковую тему. Как создать красивый цветник? Открываем. Вот здесь есть 4 видео. Первое, второе, третье, четвертое в той очередности, в которой я рассказывала, и в той этапности, которая правильная для создания цветника. Вот открываете видео и смотрите это видео. Дальше. То, что я говорила по поводу комментариев к видео. Вы просмотрели видео и хотите написать, задать мне вопрос. Вот открываете комментарии. Вот написано «комментарии». Открываете комментарии и листаете, смотрите. Возможно, уже я кому-то ответила на такой же вопрос, который вы захотите мне задать. Это очень несложно, но меня немного освободит во времени для того, чтобы снимать вам красивые полезные видео и давать побольше важной информации. Еще очень часто я говорю, что какую-то информацию я оставлю в описании под видео. Где это? Вот смотрите, есть такая галочка, смотрит она вниз. Вот нажимаете на эту галочку, и сразу у вас более полное описание названия видео, и дальше идет описание краткое темы видео, и внизу есть еще ссылка на наш второй канал, ну и всякие разные пожелания или еще что-то, что мы пишем для вас. Не ленитесь, тоже открывайте.
часто пишу здесь и названия растений, и списки растений, которые в видео я вам показываю. Обязательно просматривайте и описание к видео. Если вам удобно задать вопрос и прислать фотографии с вопросом в Instagram, то можно это сделать вот таким образом. Рядом с аватаркой нажимаем опять на «Сад цвета Светланы». Вот у нас появляется такая страничка. Вот здесь мы листаем до конца, написано «О канале». Нажимаем. И здесь у нас Instagram-аккаунт активный. Нажимаем на него. И сразу нас перенаправляет на Instagram-аккаунт «Сад цвета Светланы». И здесь уже можете задать свой вопрос и отправить фотографии. Надеемся, что информация, которую мы сегодня вам дали, будет полезна именно тем, кому она необходима. Друзья, всегда рады всем вашим вопросам, всем вашим комментариям. А еще знаете, что нам очень нравится? И я считаю, что это мега полезно для всех. Когда кто-то из вас задает вопрос, а я еще не успеваю на него ответить, но комментарии пишут наши подписчики, наши зрители. Замечательные комментарии. Многими, кстати, комментариями. Вот когда вы начинаете друг с другом общаться, я же тоже читаю, ставлю свои сердечки, что мне нравится ваше общение. Я ими пользуюсь и применяю в нашем саду. Не только на этом канале, но и на втором канале. У нас есть второй канал кулинарный, кто еще не знает, «Вкусная тема». Там тоже комментарии наших подписчиков и мне невероятно помогают. В общем, друзья, давайте друг другу помогать, облегчать жизнь и подсказывать, если кто-то где-то чего-то знает по-другому. А мы с вами уже очень скоро увидимся в нашем саду, на нашем канале «Сад цвета Светланы». Всем пока-пока!